Перед едой не забудьте сказать «Бисмилля», потому что упоминание Аллаха перед едой делает ее легко усваиваемой и обильной. Не ешьте, будучи сытым. Приучите себя есть только правой рукой, потому что левой ест шайтан. Если принесли еду на всех, начинайте есть перед собой. Так как благословение на еду не спосылается с середины и распределяется по краям. Не берите горстью со стола то, что принято есть вместе со всеми. Пророк, мир ему, говорил: «Если кто-то из вас ест финики в обществе, пусть не берет по две штуки, пока не разрешат их товарищи». У того, кто часто собирает гостей, совершенный нрав, так как данное качество избавляет от скупости и увеличивает щедрость. Приглашение разделить трапезу приносит барака, а неприязнь к ней приносит бедность. Недовольство едой без сомнения ранит приготовившего ее. Вот поэтому пророк, мир ему, никогда не говорил о недостатках еды. Если она нравилась, ел, если не нравилась, оставлял. После приема пищи скажите эту мольбу: «Слава Аллаху, который накормил нас этим, в то время как мы мощью и силой не обладаем».